Я хочу быть корректным, но мне кажется, что это какое-то неумное экономическое поведение. Как будто они специально вредят экономике Германии. Я не понимаю, почему. Почему через территорию Украины можно подавать газ в ту же Германию, а по Северному потоку 2 считают, что нельзя. Почему нельзя Польше предложить открыть Ямал Европу? Я просто этого не понимаю. могу себе представить, если бы сказать, все, закрыть все, не брать ничего. Ну ладно, не брать и не брать, мы переживем. Но почему здесь можно, а здесь нельзя? Я не понимаю. И никто, наверное, не понимает. Я думаю, что очень многие вещи, которые делаются в сфере экономики в Германии, там и в самой Германии это мало кто понимает уже. И в Германии там, и в самой Германии это мало кто понимает уже.